Всем привет, с вами Гимлот, и мы продолжаем играть в игрушку Майнкрафт. И у меня почему-то такое ощущение, что я не слышу звук. Или здесь никого нет? Так. Не-не, все, звук на месте. У меня просто такое бывает, и поэтому надо проверять. Так, я опять забываю управление. После того, как поиграешь в другие игры, тут все становится наперекосяк. Так. Те, кто смотрели, мы недавно приостановили The Forest. Что-то непонятное произойдет в The Long Dark. Либо мы умрем, либо останемся живы. И, собственно, все. И Майнкрафт остается. Где мы тоже, собственно. Либо останемся живы, либо умрем. Но там это фатально, там у нас больше нет права на ошибку, но заражение. У нас появилось заражение, и поэтому все плохо. Так. Что мы можем сделать? Мы можем выложить косточки. Чем будем заниматься? Мы будем. Вот видите, этот череп из сушителя. Мы будем их добывать, пытаться добывать. Так, поэтому сделаем себе еще меч. И там две гости. И будем, собственно, сейчас сидеть и воевать. Но заодно будем что-нибудь говорить таком, надеюсь, хорошем. Надеюсь, гости меня сейчас не прибьют. И погуляем по оставшейся крепости. Если, конечно, нам игра позволит. Я думаю, нам она позволит. Здесь я более-менее себя комфортно чувствую. Сказал я, увидел эфрита и как-то призадумался. Это... Ой, как тут бегать? Ой-ой-ой, не попал эфрит. На тебе. Ха-ха-ха. Да, я здесь себя чувствую намного комфортнее, чем в любой другой игре. Так... Почему? Потому что я много чего уже отсюда знаю, точнее отсюда здесь знаю и, собственно, делюсь своими наблюдениями, своими ошибками или знаниями с вами. Собственно, из-за чего и когда-то начался этот канал. А то меня тут спросили, а зачем ты все это делаешь? Для чего? Вот. Точнее, с чего все началось? Вот все началось именно с этого. Хотелось сохранить то, что я знаю, и, собственно, поделиться этим с другими. Потому что, когда я посмотрел, что делали другие игроки, это было как-то ужасно. Невозможно было на это без слез смотреть, поэтому я решил вот так вот. Таким вот образом делиться своими знаниями и наработками об этой игре. Заодно собрать информацию в одном месте, поскольку, далеко. Есть вещи, которые придумал не я. Но чтобы эту полезную информацию найти, надо очень сильно покопаться. И вот чтобы этого не делать, я стараюсь собирать полезную информацию у себя на канале, собственно, чтобы было намного проще. Вы зашли на канал, нашли то, что хотели, и этим воспользовались. Вот так вот. Так, что ж, там сверху заседают эфриты. Мы идем дальше. Здесь я подумал, что белую штуковину я вот так поставлю. Айфриты, успокойтесь. Тихо. Подождите, а в какой стране я был? Ага. Так, что-то тут лабиринты какие-то. Отлично, здесь я... Ага, захожу сюда. Ставлю факел. Что? Курица?
Это не прикол. Я не ставил здесь курицу. Блин, все, я ошарашен. Подождите, я читал, конечно, что в аду может появиться всадник на курице. А здесь просто курица. Нифига себе. Это прикольно. Так, хорошо. Это очень прикольно. Я первый раз встречаю. Привет. В аду курицу. Ну, которая тут сама была. Черт, так, управление. Управление, не подводи меня. Знаете что? Так сделаем. Это в сундуке. Отлично. Броня и зажигалка. Вот чего я вам не могу сказать, так это защищает ли броня вас от огня лучше, чем любая другая броня. Потому что в противном случае для чего нужна эта самая броня? А именно золотая. Если для красоты, то это очень грустно. Если она защищает от огня получше, тогда это еще куда ни шло. Но я этот эксперимент забросил в долгий ящик, поэтому я его не проверил. Вот так вот. Каюсь, каюсь. Так, давайте сразу починим себе меч. Починим. Ну да, починили. Это вот тот сломается с минуты на минуту, и черт его знает. Курица, ты клевая. Я тебя не забуду. Ифрит. Лично, ифрит и скелет. Фу, это может быть лучше. Скелет! Иссушитель. Я хочу, чтобы ты иссушил меня. Иссушил меня полностью. Черт, он упал. Так, что у нас здесь? Так, управление не путаться, главное не путаться. Как-то так. Шел-шел коридор и закончился. Интересно. Интересно, тут все перекручено, ё. Господи, курица, не пугай меня, я думал, иссушитель. Так, сюда идем. Так, теперь идем сюда. Балкон. Все понятно. Сюда я ходил. Сюда я заходил. Там тупик. Да, я буду дразнить гостю. Да, я такой. Так, переходный пункт. Опа! А здесь балкон замурован. А здесь тоже дыра какая-то. Так, что у нас в сундуке? Конская броня. Вот если хотите броню, идите в ад. В Нижний мир, в Майнкрафте. И находите крепость здесь. Она встречается очень часто. Ну, очень часто встречается. Такие ямы подозрительные. Угу. И куда мы придем? К сундуку. Ифрит. Хм. Прикольно. Седло. О, у нас еще, кстати, не было седла. Окей. Чем-то таким вкусным запахло. Уже. Уже у меня здесь чем-то вкусным запахло. Это прикольно. Так. И, собственно.
ты ж, обсидиан. Вот мне сейчас что, надо создавать таборт лошадей? Куда мне столько брони? Почему я не могу расплавить? Ого, там еще коридор. Подождите. Я пришел оттуда. Короче, масштабы увеличиваются с каждым заворотом по этим коридорам. Это клево на самом деле. Потому что я прошел, получается, только мизерную часть. Я еще не поднимался сюда. Ой, Гастя. Нет, Гастя, подожди. Хватит крушить все, а? Какая-то Гастя вонючка. Так, нет. Так я и сам не пройду. Так. Давайте вот так. И вот так. Вот. Да хватит уже! Пойдем вот сюда. И тут у нас тупичок. И свин. Угу. Хорошо. Я не знаю, вам слышно, как они хрюкают? Или другой вопрос задать. Вам меня слышно? Потому что тут такое бывает. Не знаю почему, но... Ух! Ух, засада. Сейчас они друг друга убьют. Просто ворвались и... А все равно настиг. Настиг коварный, вонючка. Фу. Отлично, отбились. Так, здесь тупик. Ух, ё, сколько всего. Я понял, надо возвращаться. Блин, оно не складывается. Жадность это такая штука. Которая не позволяет вам уйти. Жадность. Тра-ля-ля-ля. Ну и ладно, я сюда вернусь еще. Мне не жалко. Черт, а там еще сундук. А, надо посмотреть. Надо взять то, что могу унести. И сложить все это в сундук и пойти еще раз. Ух ты. Вы издеваетесь, я же лопну. Правильно, правильно музыка пошла. Правильно. Это я сейчас такой на жиробасика похож, который такой сидит такой уж, такой круглый, в общем, здоровый, с щеками такой, весь в жиру у него. Перед столом сидит он там с кучей всяких вкусностей. В общем, зажравшийся такой жиробасик. Может, каждый представить себе своего, как он его себе представляет. В общем, я сейчас чувствую себя именно таким. Потому что мне так... О, вот тебе еще всякой вкусняшки. Ты такой сидишь, такой... Ну, не знаю, взять ли или не взять. Ух, ёшки-матрёшки. И, в общем, блин... Зажрался. Черт, прям вот... Здорово здесь. Только... Только вместо того, чтобы... Вот помните, в прошлой серии я обещал вам... Я думаю, конечно, вы помните. В прошлой серии я вам обещал то, что мы будем исследовать. Тихо! То, что мы будем исследовать данную крепость. Но что мы сделали в прошлой серии? Мы в прошлой серии сражались.
А в этой серии, получается, я обещал, что мы сражаемся, а мы в итоге исследуем крепость и находим здесь много всяких вкусностей. Да, такие вот дела. И это, с одной стороны, даже радует. Так, что-то у нас есть. Косточки, адский нарост. Я знаю, для чего вот этот большой сундук. Да, именно для этого. Я сюда могу просто адских всадников делать, наверное. Даже сюда седло положу. И у меня будет своя адская армия. Вот. Так, давайте тогда. И это все сложим вот сюда. Алмазная броня только одна выпала, зато много золотых. Это, видимо, на парад. Так, сюда, ладно, сюда мы положим это. А, алмазы сюда. Вот здесь хорош сундук Эндера, потому что я могу его здесь поставить, сундучок, загрузить сюда вещи, спокойно пробежаться, выйти из ада и забрать вещи из второго сундука. Это очень хорошая штука, и надо на самом деле этим в будущем воспользоваться, если я все еще буду здесь что-то делать. Друг такой, пойду-ка я еще раз в ад, что-то мне там, что-то приуныл, в общем, что-то захотелось, хотя мы еще в нормальном-то мире много чего не видели, если так, на чистоту. Куча биомов будет, куча био... Вы издеваетесь. Давайте Гастю еще в пароход поставим, чтобы я вышел, и она мне в рожу плюнула. Эй! Гастя! Кстати, почему-то я сейчас вспомнил, по поводу видео с зельями. Вот так вот видео с зельями будет выглядеть. По поводу видео с зельями, я его сделаю, но попозже. Я хочу выпускать видео, наверное, в момент тогда, когда я вернусь из ада и буду что-нибудь варить, что-нибудь покажу вам. Потом сделаю побольше, ну, большое видео, там, где уже... Вот, кстати, я не знаю, как лучше рассказать все сразу. Ну, одним огромным видео. Или все-таки кусочками, наверное. Да какого фига, а? Черт. Уйди. Хватит гореть. А, сейчас всю броню сломаем здесь. В общем, вот. Возможно, я какими-то кусочками буду рассказывать. Потому что надо с основы начать. То есть, вообще, сварочные стойки и так далее. Потом там огромная схема есть. Всяких зелий. На те гости. С нее, кстати, по-моему, что-то упало. Надо подобрать. Куча зелий есть. Но есть основы, то есть как сделать зелье взрывным. Это все зелья к этому относятся. Любое зелье, вроде бы, любое можно делать взрывным. А любое зелье можно усилить. То есть длительность эффекта или просто усиление. Я сейчас лишнего, надеюсь, не ляпнул. Потому что-то, мне кажется, где-то я ошибаюсь уже. Ну, факт в том, что есть основы, которые на все зелья влияют. А есть, грубо говоря, сам рецепт, который позволит вам сварить зелье. Вот это надо как-то разранжировать и сделать так, чтобы это было понятно, просто и... Ну и красиво. Вот, поэтому это надо подготавливаться, это много всего надо затратить. Ну и так, в общем, я ленивый. Вот к чему я клоню. И если что, не обессудьте. А мы еще не ходили вот сюда. Тихо. Ух, Майнкрафт, что ж ты мне тут за крепость-то такую замутил-то, а? Мудрёную. Так.
Перекресток, а это значит, что лучше здесь сделать хоть какой-то плацдармик. Да, как-то так. Все отлично. Та-там. Пам-па-па-пам. Пам-пам. Ух, ух, крепость здоровущая. Руки мои загребущие. Так. Скелеты и сушители. Так, свинья, не пугай меня. Нет, Эфрит, давай, давай мы разойдемся. Мы разойдемся, как в море корабли. Нифига себе, он через решетку пуляется. Тихо, тихо. Здесь тупик, да? А там я ничего не перепутал, ничего не перепутал, там же... Да, там получается еще одна крепость. Я не глюканул. Это все нормально. Ой, сколько здесь адского камня. Те, кто любит разбирать крепости, я, конечно, не советую вам ее разбирать, потому что... Ну, если вы будете делать себе ферму эфритов. Эфриты там спаунер есть. Ферму этих скелетов и сушителей. Вам потребуется знать, где вообще была крепость изначально. Поэтому делать совсем тут все в разнос я вам не советую. Что-то да, можно убирать, но как-то... вот этот момент я ненавижу. Стоит свинья. А тут эфрит. И что делать? Как же быть? По-моему, почти стихи, только не в рифму. Ну ладно. Так, что тут у нас, что тут у нас? Маленький свинюшка решил спрыгнуть. Молодец, свин. Тихо, большой свин. Ой, я, по-моему, увлекся, да? Уже 27 минут прошло. Тихо. Тихо. Так. У меня тогда гениальный план. Я опять возвращаюсь. Да, вот так вот, вот так вот. И никакой эфрит мне там в попу не накинет. Я бегу! Разойдись! А может быть здесь и сушитель? Ну так вот, я вернусь опять в свою каморку. Мне сейчас лучник стрельнет взад. Нет, не стрельнет. Опа! Бежим в свою каморку. И там уже я с вами попрощаюсь. И, в общем, здесь будем сидеть, пока, получается, не добудем три башки и сушителя. Либо... Либо я не знаю даже, какой... Ну... В общем, что-то случится, и я отсюда уйду. Но пока что там есть еще крепость, а это значит, что мы можем еще исследовать. А это значит, больше вкусняшек, больше возможностей, где спаунятся иссушители, больше вероятность того, что мы добудем таки этот череп иссушителей. Хотя сейчас в этой серии нам иссушители фигово попадались. Они были там, где меня не было. Но это ничего не меняет. А еще у меня заканчивается диорит. Наконец-то я назвал название этого белого камушка. И это тоже влияет на время моего присутствия здесь. Вот. Ну что ж, а пока что на этом я закончу. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, посещайте сайт WP Grom и увидимся в следующих видео.